Сегодня в Министерстве образования Оренбургской области принято решение по ученикам, нарушившим правила сдачи единого государственного экзамена по русскому языку 27 мая. В Саракташском районе выпускник пришел на экзамен с мобильным телефоном, а в Первомайском выпускница прошлых лет разместила в интернете контрольно-измерительные материалы. Мальчик телефоном не воспользовался, а телефон просто выпал у него на экзамене. И в пункте проведения экзамена еще работал подавитель сотовой связи. То принято решение его допустить к пересдаче экзамена по русскому языку в резервные дни. Что касается девочки, которая выставила контрольно-измерительные материалы в интернет, то принято решение ее к повторной пересдаче в этом году не допускать. Галина Сафонова еще раз напомнила, что впереди самый сложный для многих экзамен по математике. Тем не менее, бояться не стоит. Минимальное количество баллов набрать будет несложно. И уж тем более не нужно рисковать, пытаясь нарушить правила его сдачи.